Вертолетчики ЦСКА улетели на польский чемпионат мира. Самарские велогонщики привезли с чемпионата России 5 медалей. Самарская дзюдоистка выиграла Кубок губернатора Самарской области. Мария Персидская выиграла Кубок губернатора Самарской области по дзюдо весовой категории до 48 килограммов. Следующий старт спортсменки – чемпионат России. Соревнования намечены на сентябрь. Самарские велогонщики сенсационно выступили на чемпионате России на шоссе «Гонка критериум» в Твери. Максим Разумов завоевал золотую медаль, бронзу у Кирилла Зюкина. В многодневной гонке весь пьедестал почета заняли самарские спортсмены. Первыми финишировали братья Самохваловы Дмитрий и Антон. Замкнул тройку призеров Кирилл Захаров. 7 летчиков вертолетного звена самарского ЦСКА попали в сборную России и будут защищать титул чемпионов мира в польском «Зелена-Гура». В общекомандном и личном зачетах в 4 упражнениях – навигация, полет на точность, параллельный слалом и развозка грузов. Также определится лучшая пара в многоборье – мужской и женский зачет. А чтобы конкуренция возросла, организаторы предоставят свои вертолеты.